Здорово, Капа. Привет, Санек. Доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. Привет, ну, ребята. Ну, было интересно. Да? Да? Подожди, ты давай загадку, а потом мы давай про лето новый сезон, про новый план поговорим. Точно, план, давай, новый сезон. Внимание, загадка. Даже ночью или днем борются они с огнем. В каске будто воин славный на пожар спешит. Ну, догадался уже, но я все равно повторю. Значит, ну, даже ночью или днем борются они с огнем, в каске будто воин славный, на пожар спешит. Супер. Присылайте правильный ответ. Супер. Так, ну, давай, что там про лето? Да. Почему планы, 1 да. июня у тебя по 31 августа ночь летняя пролетела? Ну, потому что я в эту набралась. Кем? Кузьмичом. Чего ты с Кузьмичом там набралась? Сил набралась. В смысле? Ну как он, я же ему на даче помню. Ну он же дачу купил, я тебе говорил. Да, ты мне говорил, ну что? В решетах в этих. Я ему Палкинский тарфаник советовал. Ну, ай, он же разве послушает? Ну да. Ну короче, там же кабачочи у него. Я с урожаем ему помогал. Они скользкие, прям как мыло в бане. Подожди. У него что, и баня есть? Конечно, ты что? А почему ты про баню там не сказал? Мы так напаримся, сидим с ним. Чай из кабачков пью. Так, подожди. Чему ты про эти кабачки все заладил? Так это ты начала про кабачки про свои. Я про планы говорю. Вот, про планы. Смотрите, новый сезон, да? Театральный сезон. Театральный сезон, да? Открылся. Год театра. Не забываем, да? Слушай, давай договоримся так. Ты пойдешь ко мне на спектакль, у меня хороший спектакль. Да, да, да. Кузьмича я уже боюсь приглашать. Почему? Он мне цветов кабачки притащит. Да хватит про ну, кабачки. Ладно, а я к тебе приду. О, с цветами. А это здорово. Слушай, давай вот вообще... так. Если вы сходите в театр, а потом, может, друг другу в гости. Да, конечно, слушайте, вообще, друзья мои, надо чаще видеться, чаще встречаться. Ходите друг к другу в гости. А не сидеть вот в этих вот. Вот именно, вот именно. Все. В гости. Всем хорошего настроения. Пока-пока.